На несколько часов Брестский областной лицей имени Петра Машерова стал центром притяжения азартных и увлеченных. Сотрудники белорусских лотерей организовали вручение призов брестчанам, победителям лотерейных розыгрышей, прошедших накануне, а также выразили слова благодарности всем организациям и учреждениям города, принимавших участие в распространении заветных билетиков. С 2012 года в Брестской области учреждены и успешно реализуются две лотерейные серии – «Белорусская пуща» и «Брестская крепость-герой». Третья – «Бресту тысяча лет» – организована специально к миллениуму. Это очень важная и нужная работа. Денег нужно много. Нужно сказать, что активнейшее участие в этом деле принимают, конечно, кроме республиканского бюджета, официально областного бюджета, городского бюджета, также и многочисленные организации города Бреста. У нас в Бресте создан благотворительный фонд, куда можно перечислить деньги. Ну и, конечно, с миру, что называется, по нитке, очень важно, что в таком важном деле задействованы и средства от реализации лотереи. К слову, в Бресте «Фортуна» уже нашла своих счастливчиков. Ключи от однокомнатной квартиры вручили повару детского сада номер 30 Елене Федоренко, которая выиграла в мгновенной лотерее «Белорусская пуща». В молодости была бы моложе, то я играла, много играла. Ну, попадали такие редкие выигрыши, ну, такие, знаете. Но это я не ожидала, конечно. Я до сих пор в шоке, что я смогла выиграть эту квартиру. Конечно, ну, видно, так Богу угодно, что он мне так подарил эту счастье такое. Нашли свои призы и участницы лотерей «Ваши лото». Брещанка Галина Дужная стала обладателем сертификата на 3995 рублей, а Татьяна Мазур получила ключи от новенького автомобиля «Датсун». Долго хотели, как бы копили деньги, но «Ваше лото» нам помогло выиграть. Теперь в нашей семье есть автомобиль. Нужно надеяться, верить, и удача, и им улыбнется. В этот вечер «Фортуна» улыбнулась еще доброй полусотни искателей удачи и обладателей заветных лотерейных билетов. Представители белорусских лотерей провели розыгрыш 13-го тиража лотереи «Брестская крепость-герой», общий призовой фонд который составил более 71 тысячи рублей. Разыграли и главный приз – 5 тысяч белорусских рублей. Средства, полученные от реализации билетов, направят на социально-культурную сферу. Ирина Альшова, Павел Малышко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бок ТВ».